كذلك الآن عندنا الآداب عند تناول الطعام. Также есть правила поведения при приеме пищи. قلنا لا نعيب الطعام. То есть первое, что мы сказали, это не говорим плохо о еде. نسمي بسم الله قبل الابتداء. Говорим بسم الله перед тем, как кушать. نسينا عند الابتداء وقت نتذكر نسمي بسم الله أوله وآخره. То есть, а если забываем сказать в начале еды بسم الله, то говорим بسم الله, как вспомнили, говорим بسم الله في أوله وآخره. С именем Аллаха в начале. بسم الله أوله وآخره. أوله. نعم. ونحمد الله عند الفراغ الانتهاء. И воздаем хвалу Аллаху после того, как закончили прием пищи. في نهاية الطعام ندعو له كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. И после как то закончим прием пищи, делаем дуа за хозяина этого дома, как это делал Пророк صلى الله عليه وسلم. بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Те дуа, которые пришли в сунне Пророка صلى الله عليه وسلم. يأكل مما يلي. То есть также должен кушать то, что лежит перед ним. يعني هذا الصحن الآن فيه الرز البخاري هذا. Например, говорит, вот поставили чашу, в которой плов, да? Тамам. И то, что предопределил Аллах тебе, что стоял перед тобой, то и должен кушать. Якуль мимма яли. То есть кушать перед собой, то, что видит перед тобой. يعني هذا أمام الشيخ عثمان لا. خلاص, وأنا عندي قطعة لحم صغيرة وهو عنده ثلاث قطع. Допустим, говорит, передо мной, говорит, лежит маленький кусочек мяса, а перед Усманом, говорит, уже три хороших куска. Что я должен сделать? اقول له رايت هذا واخذ اللحم مثلا. او اتعدى عليه, هذا لا يجوز. Сказать, о, смотри, там что-то есть, забрать, пока он отвлекается, лежит. Насильно забрать, да? Это не красиво. Мимма ялик. Должен кушать то, что лежит перед тобой. الا اذا كان الطعام اصناف متنوعه. Кроме как если еда, говорит, не со, то есть блюдо не из как бы не из различных видов состоит, да, не из этих частей. Например, тарелка, чашка и на ней вот различные виды еды. Здесь, например, мясо. Здесь рис. وهنا البطاطس مثلا. Там говорит картошка. فأنا أقول لهذا الآن هذا لا يعد من التعدي. نعم. То есть в этом случае это не будет являться как переходом границ. فيصح أن آخذ من الأنواع لكن دون التعدي على الآخر. То есть можно взять с каждого, то есть с блюда по кусочку, но без того, чтобы нарушать чьи-то права, да, переходить границы в отношении другого. الأصل أن يقسم ثلاث أقسام. Основа то, что قسم, نعم, ما يأكل يعني. То, что он должен разделить, то, что он кушает, на три части. قسم للطعام. То есть желудок, да, свой, то есть одну часть для пищи. وقسم للشراب. Третью часть для питья. وقسم للهواء. То есть вторая часть для питья и третья часть для воздуха, да, чтобы дышать. يعني لا يأكل حتى يمتلئ. То есть он не должен кушать, пока не переполнится. إلا فيما ندر يصح هذا. أما دائما يكون هذا من عادتي لا. То есть за исключением момента, если тебя пригласили, допустим, еду и вот требует от тебя, чтобы ты кушал. Но это не должно быть постоянно, чтобы ты постоянно так кушаешь каждый день. بعض العلماء يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشريعة جاءت لقطع العادة. جاءت الشريعة حتى نقطع العادة. يعني بعض الناس يقول أنا اعتدت على طعام على صفة كذا وأنام, هذا يتعبك, أنام على صفة, هذا لا تستطيع تسافر مع هذا إطلاقا. نعم. То есть, например, говорит, некоторые ученые сказали, что пророк сам пришел для того, чтобы разрушить обычаи людей. Например, кто-то говорит, я кушаю вот только вот так, сплю только вот так, не могу почувствовать, кроме как вот так. يعني وجد معلق ملعقة الحمد لله يأكل, ما وجد لا يقول لا هات ملعقة, يستطيع يأكل بثلاثة أصابع, بل هي السنة الآن. То есть, если, допустим, у нас есть ложка, да, кушаешь ложкой, если нет ложки, то проблем нет, что ты кушаешь тремя пальцами, это является сунной. То есть может быть такой дом, в котором вообще нет ложки. Тогда он должен кушать своими пальцами. Ты помоешь руки перед едой, после еды. Так же, как мы сказали, кушать тремя пальцами. الذي يسقط, لأن الذي يسقط هذا تحاسب عنها أنت الآن على السفرة. То есть также должен аккуратно относиться, чтобы ни лишние крошки не падали, да, или куски пищи, да, потому что то, что падает с тебя, да, то исраф происходит, ты за это будешь спрошен. قد تكون حبات رز. Возможно, это будут какие-то лисинки. سئل عنها الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول لا تتركها أبدا.
И вот когда спросили Ибн База о этих кусочках, этих ресинках, которые падают на стол, он сказал, говорит, никогда их не оставляй. Съешь их сам. Или же собери и дай садакаку. То есть ты можешь это отдать скотине, например, как кулям. Аллах говорит, братья, клянусь Аллахом, братья, говорит, за вот эти милости Аллах спросит нас. Даже говорит, если будет одна ресинка. وتعرف أنت تعرف البركة عندما تحافظ على هذه الأشياء. И ты узнаешь, что такое баракат, когда будешь бережно относиться к этим вещам. نعم. إذن يعني هذه من آداب الطعام وقلنا هذا مع الزيارة زيارة المرضى وكذلك زيارة غير المريض. Так то, что мы поговорили, это что касается приема пищи, посещения больного и также просто навещения. Навещать не больных, да, просто близких людей. Валлаху а'лам. И Аллаху известно об этом лучше. Суал.